Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу поставить группу проекта Life Roleplay. Проект находится в разработке, скоро будет бета-тестирование. Кого заинтересовало, ссылочку я оставлю в описании. IP уже есть, скоро будет открытие. Вступайте в группу, следите за всей информацией и приятного вам просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в финалочку на серии Amazing Roleplay. Первый сир. Итак, друзья, сегодня я расскажу, что нужно сделать, чтобы не лохануться на бизнес. Я снимал видос насчет того, чтобы не лохануться на тачку. И вот решил написать, чтобы не лохануться на бизнес. Вам видос зашел про машины. И там спрашивают, типа, вот, за бизнес снять. Написали некоторые, типа, давай, снимай. У меня была куча бизнесов просто. Сейчас я расскажу, что нужно учесть, чтобы вас не наебали. Давайте в первую очередь разберем то, какой бизнес купить. Да, вот, какой бизнес купить, почем сейчас бизнес и так далее. Сейчас бизнесы в основном от 5 миллионов идут. Какой, вот, допустим, давайте представим, у вас 20 миллионов. Какой бизнес купить прибыльный, чтобы он вам нес бабло? Я советую вам постараться купить спортзал, либо магазин одежды. Вот, пока что за такие деньги прибыльные бизнесы, какие себя окупят, какие будут вам нести прибыль хорошую, это именно магазин одежды и спортзал. Это именно те бизнесы, какие сейчас актуальны, какие можно брать за большую сумму денег. Вот, например, насчет финки давайте еще поговорим. Допустим, вам там говорят, типа, вот, 24/7, там, Бусаева даже, вот. Финка 120 тысяч. Да, блядь, в жизни там такой финки, пацаны, не будет. Финка сейчас багается, очень сильно багается, поэтому финке можете даже не верить. 24/7 никакой не может нести, 100-200 тысяч в день. Максимум до сотки финка идет в 24/7. Можете даже в это не верить. Ну, блядь, 150 тысяч максимум. Если вам говорят, финка 100-200 тысяч, все, это накрутка, ебать, и полный пиздеж. Можете даже не покупать. Вот, допустим, давайте, например, возьмем бизнес 24/7. Их довольно-таки много на сервере, поэтому они не очень, как по мне, актуальны. Поэтому лучше берите что-то другое. Не, смотря где покупать. Если покупать в Батырево, их довольно-таки немного там. По-моему, раз, два, три, три, по-моему, 24/7 всего лишь. Но нужно учитывать то, где вы его покупаете. Если это место людное, то можете покупать, допустим, на 8 бит. Есть 24/7, там много людей бегает и так далее. Оно актуально, но тоже его дорого брать нету смысла. Вот, например, здесь сейчас будет 24/7. Финка здесь довольно-таки небольшая. Спросом, наверное, пользуется только от дальнобойщиков. Да и все, в принципе. Потому что здесь есть 24/7 на Рублевке. И с Рублевки мажорчики сюда не бегают. Какой бизнес можно купить в районе 10 миллионов? Это пиротехника. Насчет пиротехники, стоит ее брать или нет. У меня была пиротехника, у меня была куча бизнесов, кроме СТО, казино, у меня был спортзал 24/7, аптека, столовая 24/7 было, пиротехника, ну, короче, много бизнесов у меня было. Не прям топовые, СТО у меня не было, там, а казино у меня тоже не было, но я имею в виду бизнесы, какие вы можете себе позволить. Я не думаю, что у каждого из вас там по 100 миллионов лежит в банке. Я имею в виду, вот в Ржевске вообще не берите бизнес, вообще не берите, блять, отвечаю, просто не берите. Они здесь не актуальны, они здесь не прибыльны. Сейчас в основном, основной город, я так понял, это у нас Южный. Вот в Южном лучше брать бизнесы, а вот здесь нет. Смотрите, давайте, допустим, у бизнеса госка там 5 миллионов, да, допустим, там какой-то 24/7. Сколько можно брать? Не берите их там, блядь, за огромные бабки, пацаны, не берите. Ну, допустим, госка 5 лямов. Максимум за него можно дать, если там хорошая финка, 8 миллионов, пацаны. Не переплачивайте. Серьезно, не переплачивайте. Если увидели финку, не ведитесь. Она может быть накручена, багается. Она реально багается. В последнее время она реально, блядь, пиздец как багается. Как она багается? Вот, допустим, у вас прибыль за день 50 тысяч. И она сбивается, понимаете? Она сбивается и к этим 50 тысяч прибавляется другая финка, какая была за следующий день. И вот так финка и багается, и вот откуда берутся эти
50, точнее 100-200 тысяч финка. Это просто бах. Вот, допустим, у нас 24 на 7, да? Госка 5 лямов. Оно находится возле ППС. Я не думаю, что оно несет большую прибыль, конечно. Вот серьезно, я не думаю. Какой-то долбоеб у нас полнейший. Да, вообще красавчик. Давай, давай, подай меня, придурок. Блять, просто рус такого дятла, блять. Господи, да. Вот давайте, допустим, вот, что-то здесь есть. В основном покупают 24 на 7 это лемки, фотоаппараты. Фотоаппараты покупают либо восьмерки, либо девятки, и все. Больше никто не покупает их. Поэтому, я не знаю, они не особо актуальны. Ебать, он дятел просто, блять, я в шоке. Что такое дятел, я не понимаю. Серьезно, как можно быть таким дятлом? Просто какой-то долбоёб попался, реально. Какой-то Влад Трабл, блядь. Реально кретина кусок просто. Короче, допустим, там вам, не знаю, какой-то бизнес. Столовую. Столовых, кстати, их мало на сервере, поэтому можете их брать. Столовых реально на серваке мало. Можете их покупать, в принципе. Вот здесь столовая есть, но ее можете не брать. Компьютерные клубы не берите. Вообще не берите просто. Они не прибыльные, ни хрена. Реально, не просто ни хрена не прибыльные. Можете их даже не покупать. Я вам серьезно говорю. Можете их даже не брать. Компьютеры клубы можете не брать. Чтобы вас не наебали, пацаны, на финку не ведитесь. Просто, блин, не знаю. Смотрите место. Если он находится в людном месте, значит финка, возможно, правдивая. Но не 200 тысяч точно. Смотря какой бизнес. Если 24 на 7, нет. Точно там такой финки не будет. Неважно, в каком даже месте он находится. Но если место людное, то можете брать. Серьезно, можете брать. А так чисто, блин, верить на финку, такое дело. Таксопарк не берите, полная хуйня. Компьютерный клуб не берите, повторюсь, полная хуйня. Не берите вообще их, как бы... Блять, сейчас бы без оружия стрелять. Ну давай, давай. Давай. Я посмотрю, как какой-то стрелок, блять. Реально просто ору с этих долбоебов. Просто реально ору. Ну, словите меня, например, и что будет? И что, блять, мне интересно будет? Я реально не понимаю, в чем прикол, пацаны, ебать. Ну давайте, ну попади, попади, давай. Блять, такие дауны просто. Влад Трабл, если ты это смотришь, ты долбоеб полный. Я тебе серьезно заявляю, что ты долбоеб. Ну беги, что тебе могу сказать, беги, блять. У меня просто оружия нету, так бы я их вынес. Ебать, долбоебы просто. Я все время снимал. Давай. Ну же. Чё, слабо? Батя ору просто этих долбоебов. Да. Просто вы долбоебы, реально. Я просто ору с таких давно. Серьезно. Блять, как можно так нормально снимать? Ты чё, блять, попутал нахуй, дядя? Съебался, блять. Блять, просто рус таких долбоебов, серьезно. Да, 20 минут сидеть, круто. Ну, ладно, пацаны, это будем заканчивать. Думаю, суть поняли, в принципе. На этом у меня все. Всем пока-пока. Crying all night, cause I was from the city. She was from the outside, I was from the